На лед приглашаются дуэлянты. Жанна Фриске и Максим Маринин. И Мария Петрова и Костя Дзю. Добрый вечер, ребята. Бончорно. Como estai? Como estai? Bueno. Как настроение перед дуэлью? Прекрасное. Максим? Как солнечная Италия. Как солнечная Италия. Вы немногословны, видимо, сосредоточены на победу. Ты знаешь, я заметила, что Максим немного говорит, но много делает. Посмотрим. Настоящий мужчина. Костя, ты обещал, что после двух нокдаунов будет нокаут. Ты не знаешь, чего мне стоило это зазубрить. Нет, я не обещал нокаут. Я обещал, что мы после даже двух нокдаунов можно вставать с ног. И дальше может быть нокаут. Ну не подводи меня, просто пообещай и все. Я обещаю обычно после боев. Хорошо. Начнем жеребьевку? Начнем, пожалуй. Жанночка, давай. Наконец-то цифра 2. Итак, Жанна Фриске, Максим Маринин катаются вторыми. Мария Петрова, Костя Дзю катаются первыми. Идите, ребята, готовьтесь. Удачи вам. Удачи, ребята.